И вот видите, вот этот мир зеленый, зеленый такой, красивый, красивый. Вот такой, канны вот такие вот. Показывала я вам в том видео, еще покажу. Я вот люблю любоваться на них. Киш, они необыкновенные. И видите, нету тли. Помогла лимонная водичка. Вот что я рассказывала вам. Сегодня уже второй день водички этой. Завтра можно ее использовать. Заливать ее такой опрыскиватель и опрыскивать цветочки. Если у вас тля завелась. Машкара, тля какая-нибудь. Убивает мигом. Несколько процедур, но не то, что мигом. Ну, 2-3 раза надо обработать, потому что они живучие, гаденыши эти маленькие. Не такие цепкие за жизнь. У них же там и личинки вылупляются еще. Яйца их, которые они отложили, да. Поэтому несколько раз надо обработать, обработать, обработать. Вот. В общем, всем доброго дня. Прекрасного настроения, люди. Вот такая весна. Вот такая красота. Красота. Мальчик пробует, подходит лед, ходит там, да. Он любит, пусть ваши дети осторожны, на речку пусть не ходят. Дети очень любят исследовать все, наблюдать за природой, им это нравится. Они это любят. Я сама такая исследовательница, прямо так и тянет попробовать лед ногой. На речку детей одних не пускайте, очень опасно. Дети не понимают грани между риском и вообще вот. И, ну, так сказать, между тем, что они делают, и между тем, что может быть последствия такие, да, что они под лед могут уйти. Поэтому учите своих детей на речку не ходить, в это время просто на берегу. Стойте с ними, но одних их не пускайте. Ни в коем случае. Детям на речку не нельзя. Сколько же детей вот утонуло. Женщина разговаривала, когда я цветом, она сказала, что мальчик утонул на речке маленький был. Но руками в поле учился, вот там он был на речке. Вот и первый. Но не будем о грустном, будем о хорошем. Вот. Мы предупрежден, значит вооружен, да? Так говорят, да. Вот у меня солнце. У меня такого яркого, такого красивого солнца.